Вот так вот. Приезжаешь на Бали Хай. Вот пирс для отправочки на острова, покататься на всяких разных видах морских транспорта. И тут вас встречают вот такие вот мужички. Они предлагают вам парковочку за 300-500 бат. Организованно тормозят машины, хотя не имеют никакого права на это. Но самое интересное, вот, видите, там синенькая парковочка, она абсолютно бесплатная, абсолютно бесплатная. Там можно парковаться ник за бесплатненько. Да. И вот, вот эти вот разводилы, тормозят тачки просто и в наглую. Кричат на водителей и говорят, что давай, 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 плати бабки, блядь, фаранги, фаранги, фаранги — это местные туристы. Вон они стоят. Вон они, зазывалы, которые вообще не имеют на это пол никакого права, они вообще никто, блядь. Вон они разводят, разводят, стоят. Вон они ездят прям на баечках здесь и хуячат всех. И все, и как жить дальше всем? Просто приехал, 600 бат отдал, бля. Поехал дальше. Заебись, прокатился. Тем не менее, это 1000 рублей. Вот, все, цепанул его и за ним хвостом проконтролировать. Сюда, сюда, ага. Смотрите на него. Все, повез, повез птеню. Вон они бегают все. Вот это лицо черненькое, запомните его. Да они лица-то прячут. В очках там. Это такси. 50 бат тачку ставит на той парковке. Там бизнес тоже. Парковка 200 бат далекая. И еще 50 бат такси до пирса. Ну вот те вот бизнес люди делают. Мы будем делать бизнес, мы будем... Вон еще стоят, пожалуйста. Здесь никакой кордон ты не проедешь. Вон они. Все, 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 все. Сейчас только один здесь что-то гавкнет. Вот, едет машина, вот, смотрите. Живой пример, смотрите. Опа! Давай, давай, давай. Все, стоять, кап. Хуй тебе, и нафиг. Ну, видно, местный. Местный, конечно, как я, мы не останавливаемся. Потому что это полный беспредел вообще. Они не имеют никакого права на это. Вообще не останавливайтесь никому. В Таиланде запрещено останавливать машины просто так. Вообще. Даже милиция вас не остановит просто так. А эти останавливают. Вон моя лавочка стоит. Вон она. Вон на бесплатной парковочке. Вон беленькая. Видите? Вот она. Рядом с шинкой. Беленькая. И никому не мешает, все бесплатно. А также меня тоже тормозили, когда я заезжал сюда. Они оба-па-па-па! Вон они, орут, 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 орут. Давай, давай, давай. Вот он. Руль. Вот смотри. Сейчас будет прям тормозить ее. Еще недовольны, блядь, что не останавливаются. Это местная машина. Там вот то же самое происходит, понимаете? Полный просто вот, вот он стоит еще здесь, а там вверху вот он прям тормозит тачку, типа он имеет на это право. Тормози здесь. Двести бат, 4 часа. 200 бат — это 500 рублей, если что. Вот бесплатная парковка, вон она синяя, мест полно. Вот это вообще шулеры. Вот второй на инструктаж. Двести бат, 4 часа.